Иванович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину, блажите тебе Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово родящую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоя Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благо Иси человека любит, аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотвори пред тобою, но избави меня от лукавого, да будет мне воля твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешите в душе истинной, и же везде сыи вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Тебе блажь ангельскую песню, пеем Тебе сильный. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, возьми меня, Господи, ум и просвети и сердце, и усни мои отверзи, во еже петь Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому герой Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбцем есть обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг мне еси, воеже утренники, словословики, державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мою очи мысленные, отверзи мои уста, поучайся со совесем Твоим,
и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте тело исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Сто пятнадцатый псалом. Аллилуйя. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Дорога в очах Господних смерть святых его. О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твои. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя. 116-й псалом. Аллилуйя. Хвалите Господа все народы, прославляйте его все племена, ибо велика милость его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя. 117-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, Он благ, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня. И на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы сот, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя, песнь, Он соделал с моим спасением. Глаз радости и спасение в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделал с моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся онной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог, Господь, и осиял нас! Вяжите верами жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебе! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебе! Буду славить Тебе, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатое состраданием и неизреченным в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий меня будет жить и не увидеть смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вместе же мне вера вместо дел, Боже мой. Ибо не найдешь никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит за меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твои Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очерев Матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе и безленности, как я прежде работал на сатану Вольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь на блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невыдержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнуть Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь.
Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Николай, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадованная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Христа Господи, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояние твое. Победа на сопротивное дару, и твое сохраняя крестом твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита, агафангела, Тихона, Антония, священная Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея и Глеба, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона Илариона и весь священнический чин, и вышли с ней служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священника, рожденного свыше, который благовестник и место для занятий. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них. Преобразуй сердца в духовные, коснись их Владимира Михаила Жозефа Рамзана, Владимира Александра Дегена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде. Я смотрю этим смутьянам, Алексею Ильи, покажи ту бездну, куда не завлекают людей митингами, протестами, ничего не обещая даже взамен, кроме вечной погибели. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дал он желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. До сего упаси нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться твоей заботе, твоему промыслу о нас, зная, что ты любящий наш Творец, даруешь духовное рождение свыше, водительство Духом Святым и побуждение к исполнению всех твоих заповедей с радостью, и таких ты назвал святыми избранными. Господи, помоги нам оправдать эти названия и вечности быть с тобою. Господи, защити жилище наше и селение от пожара, воров, нечистой силы, и благослови живущих здесь Андрея, Игоря, Владимира, да и Веру, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы твои святые, ходящих в послушании. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину, Сергея, Александра, Едру, Юрия. И от тяжкого недуга и пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, и укажи, где находится Александр потерянный, и жив ли он. Блуждающих Алексея и Сергея останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава тебе, Христе Боже наш! Найди все наше родство и благослови Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И благослови путешествующих Раису, Льва, Виктора, Галину, Александра. Ты, Господи, попадавших в аварию Игорю, Елену, спас и защитил. Сколько опасностей на дороге. Благослови всех наших братьев и сестер, передвигающихся где-либо. Слава тебе, милосердный Создатель!
Будь милостив к нам, Владыка. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бога Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир человека, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. И вечность, и воздай Твоей милости всем, кто трудился над моей душою, возрастанием в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Посети болящих, Господи, дай силу безропотно перенести страдания и пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Геннадия, Антония, Виктора и Анну, Надежду, Людмилу, Любовь, Александру, Неонилу и всех болящих, ты знаешь, Господи, прости Твою длань и пошли им исцеление, если угодно это милости Твоей. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже наш! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором в любви, зависти и нечестивых, изливающих реки лжи и тьмы. Земля да поглотит все, что изрыгают они, и в судный день непоминимых безумия, ибо не знают, что худо творят предавшие сатане, и, быть может, и Духа Святого похулили через такую хулу всего, что Господь делает через нас. Слава Тебе, Боже наш! Господи, сохрани наше сокровище в интернете, их администрацию благослови и расположи к нам. Благослови трудящихся на их поприще, Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила, и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе, Господи! Помилуй и пощади, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви. От всего, что не славит Господа, от нападок людей, которые предали служение врагу, но не Тебе, пощади их, пока есть возможность. Слава Тебе, Христе Боже наш! Благослови всех, кто помогал совершить на миссионерское путешествие. Посеянное нами даст обильные плоды в будущем. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Милу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, да истинную Христову веру. Русика и Ирину, молящихся о том, чтобы Господь пощадил их и изгнал из них селившегося злого духа. Услыши молитву об этом народу Твоего. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И сохрани душу мою на мытарствах, проведи страшных и непонятных, и веди ее навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеча Христов, моли Бога о нас, Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, помогать нуждающимся по мере сил. Слава Тебе, Христе Боже наш! Благослови благодетелей наших, воздаем добром Елену, Елену, обрати Евгения, Наталья, Надежды, Юрия, Эдуарда. Мы просили помочь трехтомник Нового Завета с блаженным Феофилактом толкованием и проповедью в стихах. И Ты исполнил наши прошения. Аллилуйя! Помоги, Господи, переиздать книгу к истинному православию и всех помогающих в этом деле благослови и все устрой по воле Твоей святой. Аллилуйя! Иоанн Креститель,
и пройди мимо нас. Каждому даруй, Господь, доброе жилье и Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, словесных овец. Моли Бога о нас. Да укрепит Господь и нас, и облегчит наше пребывание на этой юдоле пещере земле. Через живность, которую нам даровал Господь, и о ее сохранении позаботься. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ну, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иликий, Уси, Иаир, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Утрики, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода то наше отшествие не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Благодарим Тебя за эти жилища, где мы находимся, спасаясь от непогоды. Какой покой Ты даруешь нам и в храмах, и в единении молитвы. Устроителем этого всего, воздай милость этой вечности, благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину, чтобы жилище их, устройство на работе Тобою было, Господи, устроено. Для Тебя нет невозможного. И чтобы там нашлись люди, которые обратятся через людей благовестие. Первые христиане не имели ни одного храма на всей земле. Мы ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя. И церковь отмечает сегодня усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн Предтечи, моли Бога о нас, да укрепит, чтобы мы не страшились правителей, угрожающих смертью или от кого-либо другого. Благослови Виталия, Никиту, Николая, дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. И более всего заботиться о спасении своей бессмертной души, а не теми событиями, которые в тьмах, которые происходят в мире. Тебе, Боже, слава! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думами жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Усилий Философ, Космарий Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкильский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Иванамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя антихриста на чело или правую руку. Изъятых из семей, отправленных на фронт военное действие, Никиту, Александра, Максима и Анну, и неведомых нам. Укрепи их, Господи, каждому дару истинное духовное рождение, чтобы они там были как светильник на подсвечнике, как город на вершине горы. Чтобы они постоянно помнили сказанное в Святой Библии. Кто ведет плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Господи, посети томящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах, лагерях детей твоих. Даруй свободу, ты все можешь сделать. Благослови монаха Сергея, Владислава, Вара. Мы просили об Ильи, ты освободил его до суда. Какое чудо ты совершил, Господи! Слава тебе! Молите Бога нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Премсирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ил, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Таборский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним, Стридонский. Все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере.
А замысли еретиков и сектантов разруши, развеяли, что преврати, обрати их на путь истины. Ибо вне церкви нет спасения. Слава тебе, Христе Боже наш. Молите Бога нас, святые жены и девы, Пёклы первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина Петуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да дарит Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия, и исправь непокорилась Галина, семейство Евгения, Надежда, Людмила, Виктория, Иоанна. Господи, прими наши молитвы, деяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его как зиждитель. Ты Господь наш, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Услыши, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Мы взываем о незаповедавших, коснись их сердец. Покажи им, что только при жизни этой возможно примирение с Тобой, Христе Божий, жертвуй Сына Твоего, Иисуса Христа, что за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро всем и мир всем. Напоминаем, что сегодня церковь отмечает усекновение главы Иоанна Крестителя, день постный. Для тех, кто может. Ну и уже к вечеру, там, где ужин был, видимо, так, разрешается силием, то есть с маслом растительным. Вот если попадает на воскресенье, то воскресенье все побеждает. Разрешается покушать, но все равно день постный. Если вопросов никаких нет, то напоминаю, что у нас уже принят утвердившийся порядок. После утреннего моления читается Новый Завет. Там трехтомник с толкованием Блаженного Филакта. И сейчас читается Апокалипсис. И вот это... совершать чтение, взяли две наши сестры на себя. И они доказали, что достойны этого. Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием святых отцов и комментариями. Даруй разуметь написанное, исполнить волю Твою во славу имени Твоего святаго. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава. Продолжаем читать 4 стих со страницы 525 нового издания. Частично этой цели сатана достигал в первых шести идолопоклоннических царствах. Поклонение идолу есть поклонение бесам. 1 Коринфянам 10:20. Потом христианство уничтожило это поклонение. В этом плане магометанство, безбожие и прочее не есть поклонение сатане, ибо они не чтут его и не поклоняются ему. Атеист, не веруя ни в Бога, ни в сатану, не поклонится ни тому, ни другому. Поэтому атеизм, будучи послушным орудием сатаны, не может быть для него самоцелью. Атеизм – временное явление, находящееся между поклонением Богу и поклонением сатане.
Современный атеизм возник фактически во Франции в XVIII веке, в так называемую эпоху Просвещения. Атеизм уничтожает поклонение Богу, а потом сам будет уничтожен. И начнется поклонение сатане. Атеизм – это нуль при переходе от полюса богопочитания к минусу культу сатаны. Но вот рана исцелена, и начинается уже не прикровенное, а явное поклонение сатане как Богу в антихристовом царстве. Не лишается божеского поклонения и сам антихрист. Поклонившись дракону сатане, который дал власть зверю антихристу, люди и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Он несравним, бесподобен и всесилен. Все бывшие до него, все равно, что детская игра, в сравнении с ним так воскликнут люди. Осмеяно будет все бывшее ранее, все религии, культуры, социальные системы и воинские силы. Люди будут думать, что достигли высшего, прекраснейшего и навеки нерушимого». 20 век особенно продвинул людей в этом плане. 13 глава, 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Толкование и комментарии. Это совпадет с видением Даниила. «В роге зверя были глаза, как бы глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего». Даниила, 7 глава и 8 глава, 25 стих. О том же пишет и апостол: «Противившийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам 2:4. «И даны», то есть антихрист, «не своей силой достигнет этого, но и слова, и действия будут даны, попущены Богом. Что Бог дает, разрешает ему сделать, то он и делает. Большего же, чем попущено от Бога, он совершить не может. И вот уста, данные человеку для прославления Бога, говорят гордо и богохульно». Гордость – первый грех сатаны. Гордость будет и последним его грехом. Он начинает грешить тем, что захотел быть как Бог. Тем же он согрешит в последний раз. От гордости родились все грехи, в ней же они все и завершаются. Усугубление греха антихриста еще в том, что он будет не только говорить, но и действовать, и словами, и действиями будет хулить Бога, но дано ему будет это делать только краткий срок – 42 месяца или 3,5 года. Смотрите 11:23, 12:6 и 14. Святые отцы все разумеют здесь буквально срок в 3,5 года, а не неопределенный промежуток времени. Ириней Леонский, Блаженный Иероним, Андрей Кесарийский. 6 стих 13 главы. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Толкование и комментарии. Выдавая себя за Бога, антихрист будет уничтожать и хулить все, что люди прежде почитали за божественное и святое. «И отверз он уста свои для хулы на Бога». Бесстыдству и нечестью антихриста нет предела. Его ничто не останавливает, и он отверзает свои уста даже для хулы на Бога. И извергает тройную хулу, чтобы хулить. Первое – имя его. Второе – жилище его. И третье – живущих на небе. Первым объектом хулы на антихриста будет всесвятое, великое и страшное имя Божие. А похулившего самого Бога ничто уже не остановит, чтобы хулить и все Божие. Жилище его – это небо, как мы и молимся, Отче наш, сущий на небесах. Матфея 6:9. Некогда сатана и ангелы были свергнуты с неба, и теперь в ярости хулят его. С другой стороны, земной наш дом – это хижина, 2 Коринфянам 5:1. Жилище – это тело, в котором обитал Бог,
тело Сына Человеческого, как и сказано, что в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2:9. Так Антихрист, утверждая себя Богом, будет хулить Христа, Сына Человеческого. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. 1 Иоанна 2:22. Похулив Христа, он себя выдаст за Христа. Горе тем, кто все еще ждет на землю Христа для спасения. Они дождутся Антихриста и примут его, и похулит также живущих на небе. Святые, неотмирные ангельские силы и духи праведников, достигших совершенства. Дивен Бог во святых своих, а потому хулящий Бога будет хулить и его святых. Протестантизм, отвергнув почитание святых и иных святых, осмеивая, положил этому начало. Безбожие уже открыто и резко порочит святых. Антихрист тоже будет их хулить, значит, не дают они ему покоя. Все святые, молите Бога о нас. Так мы прикровенно видим здесь хулу Антихриста на всю Пресвятую Троицу. Хула на имя его – это хула на Отца. Хула на жилище – это хула на Сына. Хула на святых – это хула на Святаго Духа. Деяние 5:3. Ибо святые помазаны Духом, они живут и освящаются. 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми, победить их, и дана им была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Толкование и комментарии. «И дано было ему вести войну со святыми, победить их. Война со святыми, с христианами велась во все времена. В страданиях и гонениях рождалась церковь. Первые христиане и были первыми мучениками. Вели войну с христианами и варвары, и мусульмане, и безбожники, но никогда не удавалось их победить. Всемогущая десница Божия всегда спасала свой народ. Антихрист уже будет дано, то есть не своей силой, а попущением Божиим, победить их. Но эта победа будет внешней, призрачной. Церковь будет исторгнута из общества, но не из сердец истинно верующих, которые и в то время останутся в пустынных и потаенных местах. Сейчас нам говорят, что религия исчезнет из общества. Что ж, они правы. Эта победа будет одержана сатаной, и об этом возвещено в Писании. Но ужасен будет конец победителей, и славен венец побежденных. И вот, когда будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Дух Святой, отступится от среды людей и останется уже только в избранных, тогда откроется беззаконник. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 и 8 стихи. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». То есть после своей победы над христианами, Антихрист получит всемирное владычество. Это не означает, что вся земля будет представлять собой одно государство, но все государства и народы будут подчинены его верховной власти. Антихрист не заметит или не захочет заметить, что все это лишь дано, и припишет все это своей силе, власти и мудрости, потребует себе божеского поклонения и добьется своего. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси Христос, сестра! Слава Христу! Так, если срочных вопросов нет, отходим. Спаси Господь! Аллилуйя! И храни Господь!